Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, ежедневные награды за Лигу Мастеров 2 звезды все-таки скинули, ну я этого и ожидал. А вот сейчас я хочу глянуть, просто глянуть, куда нас сбросили. Так, ранг 57. 57 ранг, то есть есть возможность сегодня дойти до топчика, но единственное, что я не посмотрел рекламу за 10 откатов. Ладно, ничего страшного. Начну, пожалуй-ка, я с фарма. Давай-ка мы вот, наверное, здесь начнем. Донателло выпал. Ну, кто может еще выпасть? Ребята, первым, конечно, Донателло. Лезет везде, куда его не просят. Ну вот, а именно те бойцы, которые мне нужны. Ну, сейчас начнут, короче. Сейчас начнут. Есть, Рок, кстати, выпал, отлично. Давай, вот, один за другим. Теперь попробуем здесь вытянуть. Так, маяк. Жетоны. Так, Бибоп выпал. Эй, да я рук, кстати, последние две попытки, ребята. Комикс-чувак. Эть! Рокстеди мне не достался. Твою... Нет, я, конечно, могу, знаешь, что сделать? Вот, например, купить. Нет, не надо. Не буду я брать, ребят. Это... Ну, мы потратим доллары с тобой. Потом их, как всегда, хватать не будет. И что, будем... Опять я буду психовать здесь. Нет. Не будем мы приобретать. Так, сразитесь в боях. Пройдем серию испытаний для начала. Побежали. Так, возьму, наверное, Крэнга, Армагона. Так, Донни, зачем мне Донни здесь? Лео и пускай будет Ванька. Вот такой командой сейчас быстренько пробежимся. Так, сегодня надо мне на тренировочку, наверное, сходить, я так понимаю. Немножечко позаниматься. А то уже и так больше недели не ходил. Все как-то лень. Да и, честно говоря, расстроился по поводу этого будущего сокращения, я не знаю. Как-то весь в стрессе, в депрессии, я не знаю, как это назвать еще. Сейчас вроде немножко отошел. Как говорится, будь что будет, да? Бамс. Так, ну что, у нас вторая волна, последняя. Давай-ка, наверное, массовую атаку здесь зарядим. А ее нету. Ну, у Ваньки, по крайней мере, не было. Так, слушай-ка. Давай понизим атаку им. Крэнг, добивай. Тебе предоставляется такой шанс добить наших врагов. Да, тут без сомнения, конечно. Подожди, а у меня... А почему у меня было в команде четверо? Зашибись. Я еще и в меньшинстве пошел проходить, прикинь. Молодец, Рэй. Ну... Я думаю, что-то как-то не то. Ай, только я мог так что-нибудь. Спешка, опять же, ребята, спешка, все. Ну, так, мутагена не хватает. Где у нас Райка, змея? Ну что, давай докачивать. 6 видеомагнитофонов нам нужно найти здесь. Так, 5, уже 4. Так, 3. 3 видеомагнитофона. 2. Один. Подожди, один. Все, по-моему, да? Магнитоф... Эти... Нет, все-таки один надо. Вот, видеомагнитофон нашли. Теперь нужно нам найти 13 кружек. Один. Два. Три мутагена. Ой, у нас спицы, наверное, не хватит. Четыре. Пять. 6. 7. Ну, выпадает хорошо, да? 8. 9. 10. А может быть и хватит. 11. И последнюю кружку. 12. 12 кружек, ребята, вообще за... Блин, почему 12? Надо 14, оказывается. И вот сейчас, мне... Одной кружки не хватило, да? Ты, вот жуки. А, нет, все хватило, ребят, все хватило. Ну что, прокачиваем до 6 ступени пассивку. Это змеиная скорость. И здесь забираем награды. Ну и поднять уровень персонажа, это уже будет у нас после арены. А на арене
Ребят, мы должны с вами сегодня, ну, взять, попытаться взять топ. Возьму Армагона плюс Леонардо, и вместе с ним пойдет у нас, опять же, ребята, майки. По-моему, Армагон он не успеет переплюнуть, а вот насчет Леонардо я не совсем уверен. Если он выйдет из-под контроля, если он выйдет, он, скорее всего, может забомбить своими сюрикенами наших бойцов. Но этому не дано. Давай. Давай, Лео, жги. Чух. Красавчик. Размутузил он их, как сосунков. Ну что, погнали далее тогда. Там все идет у нас замечательно. С 58-й позиции мы перемещаемся. Давай 40-ю. В плане 51-й. На 7 ступенек всего пролетели. С какого перепуга мы всего 7 ступенек-то пролетели? Эй! Вот это вот, ребят, меня просто убивает, когда вот так вот делается. Кстати, тут уже противник-то у нас, смотри, 78-го уровня. Твою ж дивизию. Что нам тут делать? Тут уже не забалуешь на слабеньких персонажах. Не, ну как не забалуешь? Мы можем с тобой брать Супер Шреддера вместе с Армагоном в купе, да? Тогда они тут разнесут всех. Но самое удивительное, что мы еще с тобой не в топчике. То есть это у нас не последняя ветка, чтобы нам давать, вот считай, самых последних топовых бойцов. Хорош, Крэнк. Ич, Донателло готов. Блин, как у этого Макмана. Я представляю, как ему бегать неудобно с этим люком к ноге, который присосался, прилип. Так, ну что, с 51-й прыгаем куда? На 39-й. Ну вот здесь вот еще нормально, ребят, пролетели. По-божески. Так, 17-24 я вижу. Ну что, тут тогда придется, наверное, ребят... Нет, давай-ка мы, наверное, сделаем немножко по-другому. Отыграем всех наших вот этих вот бойцов. Более-менее сильных, там, слабых. Но мы их отыграем. А уже... А на следующем поединке... Да на следующем тоже отыграем. Когда у нас не останется таких более-менее сильных бойцов, уже будем Крэнга... Не Крэнга, точнее, Армагона вместе с Супер Шреддером брать и отыгрывать наших слабеньких там, я думаю, бойцов. Так будет эффективнее. Так, этот что снимает-то? У тебя ничего там не было? Снимает он. Так, у них нет хила, да? У них нет хиллера здесь, это круто. Давай-ка пробивной сделаем. Когда мы так забафаны офигенно, конечно, мы здесь любого можем порвать. Просто любого. Ну, пробьешь. Так, учитель Сплинтер упал, и Майки тоже падает вслед за ним. Все. Тут, как говорится, и гадать нечего было. Когда такое усиление, еще раз, ребят, говорю, когда вот так пробафано, извини меня, на атаку, на крит-атаку, да, на уклонение, ты прям как тут бог, ё-моё, тебе все по плечу. Так, давай-ка мы попробуем найти 17-24, все, я нашел. И раз, два, будем дальше отыгрывать. Раз, два, три, четыре, пять. Хотя, наверное, лучше сделать... Тут Карайка. Тут, ребят, Карайка. У Карайки, мы знаем, прекрасная инициатива. Очень сильная, поэтому если мы возьмем слабого персонажа... Она, конечно, может и не убить, но... Мало ли что-то пойдет не так. Вот, видишь, она ходит первая. И не попала. Тут еще и Майки тоже со своей инициативой. Вот теперь представь, если бы я взял бы своего слабого персонажа, да? Они бы начали бы его вдвоем бы колбасить. И могли бы, в принципе, такой шанс мог бы быть, что они его... уничтожили бы. Так, морозилка, будешь себя хилять? Давай, давай, давай. Молодец. Хильнулась. Так, поджарили. Хвостом. Все. Ну, тут тоже великолепно получилось. Все. И, кстати, вовремя я убрал слабого бойца с нашей команды. Потому что они могли бы, конечно, и Карайка могла бы к своим копьем, когда она била, она могла бы повесить постепенный урон. И потом еще Микеланджело там мог бы стрельнуть или еще что-нибудь. И все, и... Был бы фейловый проход у нас бы. Именно в битве. Так, ну что здесь?
Наверное, делаем так. Усаги плюс супер шреддер. Раз, два, три. Единственное, что, наверное, если нам не хватит, придется смотреть мне рекламу. Ну, это, в принципе, ерунда. 5 разиков глянуть, получить 10 откатов. Потому что дальше нам здесь, ну, никак не продвинуться. Бойцы топовые идут. То есть без супер шреддера, Армагона, там, Усаги Лео нам здесь делать нечего. А их надо откатывать обязательно. Два персонажа по 2 отката. Где-то если брать, грубо говоря, 10 поединков, это 20 откатов мне нужно. 20. Видишь, как они? Они очень, ребята, медленно меня продвигают. А тут еще и Савил кто? Майки этот. Рваная майка. 79 уровень. 79 уровень. Если не уложим спать его сейчас, а именно Армагон, он начнет тут крутить свои. Ну, ему крышка, да. Постепенный урон. Главное, чтобы постепенка на него упала, или он сразу дупляется. Все, тогда будет нормально. Потому что если он повесит уклонение на свою команду, шансов тут выйти без потерь, ну, малы, очень малы. Да практически нету. Так, ну, а мы с тобой уже в Лиге Мастеров. 3 звезды, шикарно. Поехали. Так, супер шреддер. Давай, наверное, возьмем Кренга. Тут остальное все упирается только в откаты. Потому что если будут откаты, будет, конечно же, и топовое место. Не могу, друзья мои, уже с неделю зайти в мир юрского периода. Я не знаю, в чем проблема. Пару раз заходил, потом обрыв связи, потом сервер недоступен. Короче, я не знаю, что происходит. Я вижу, что некоторые писали мне в комментариях, а где юрский парк. Вот, друзья мои, вам отвечаю, что не могу зайти. А иногда зайду, только вроде что-то начну, там рулетку крутить или еще что-нибудь, пшк, и вылетает. А потом после этого вылета зайти не могу. В чем проблема, не знаю. Можете написать в комментариях, у вас также или только у меня такая дилемма. Так, супер шреддер, Крэнк. Раз, два, три. Погнали. Погнали, будем тут разбираться с этими хлыщами. Постепенно почти на всех, кроме, опять же, Донателло вышел, как говорится, из воды сухим. Но это от Супер Шреддера, а от Крэнга он, конечно, не убежит. Тюх, все. От Крэнга мало кто убегает. Ну, согласись, что вот буквально еще недавно, когда у Крэнга не было прокачано на 100% скилл, он не казался таким сильным. Я еще думал, как это фигня. Потом мне кто-то написал в комментариях: рейд, типа, прокачай лучше вот этот луч, потому что он эффективнее, чем те самые ракеты, которые у меня были изначально на прокачке. Типа, он будет намного лучше делать, ну, намного лучше бомбить. Ну, я так прикинул, почитал. Ну, давай, думаю, попробуем. Потом мы еще, помню, в какой-то серии с вами тестили как раз эти ракеты и вот этот луч. И действительно казалось, что луч с технодрома намного сильнее, чем ракеты. У ракет есть один плюс. То, что они вешают антииммунку. То есть они тишину, сайленс, ну, вот так вот можно назвать, да? Немоту. То есть они могут применять заклинания, но они не могут на себя вешать. То есть как бы антизаклинашку мы вешаем. Вот это, наверное, единственный плюс в этих ракетах. Ну, то, что еще массовая атака. Ну, на добивку, да, на добивку оно пойдет. Но как основной урон наносящий, этот скилл не прокатит. Поэтому луч, как бы, мне кажется, самый такой эффективный. Так, ну что, давай дальше. Шреддер, сколько у нас? У нас 7 откатов, то есть это еще на 3 поединка. Раз, два, три. 3 поединка, плюс там десятка. Это еще 5-8 боев. Ну да, этого должно хватить. Даже, может быть, меньше нам придется получить, чтобы забраться в топчик. Сегодня комментарий получил Рэй. Вернись, пожалуйста, в Shadow Fight 2. О, друзья мои, я сам как-то об этом думал. Я уже давно, еще, наверное, полгода назад хотел вернуться. Но, видишь, я такой объем захватил сейчас игр. Мне вот хочется какие-то новинки для самого себя. Как бы немножечко отойти от вот ежедневок, повседневок вот этих вот, да.
Единственное, что пока не закидываем, это черепашки-ниндзя. То есть они у нас выходят в штатном режиме на постоянной основе. Поэтому всем любителям черепашек волноваться нечего. Но насчет других игр, вот, например, Дракон Всадники Олуха стали поменьше выходить. Ну, поменьше они не потому, что я стал их меньше играть, а потому что там очень мало стало событий. То есть события, когда есть, я работаю. Когда я, блин, на выходном, события уже заканчиваются. Вот, а просто фарм, ну, как бы просто бегать там по арене, я думаю, мало кому-то понравится. Вот. Так что, сколько у нас там? Это завтра, получается, у нас будут, опять же, вот смотри, завтра в эти Всадники Олуха будет событие новое открыто. Я в этот момент буду на работе. Понимаешь? Два дня работы, два дня будет там событие длиться, оно закончится уже к тому времени, когда я пойду на выходной. Но зато я сейчас очень круто подсел на втором канале на игру Некросмит. Блин, что-то мне так понравилось. Кто не видел, можете зайти посмотреть. Она простенькая в своем исполнении, эта игра. Но такая прикольная. Очень много там всяких мутаций. Ну, в общем, зайди и посмотри. Как говорится, от тебя не убудет. И все спрашивают, а какой у тебя второй канал? Я тебе объясняю. Второй канал называется Ray Play Games. Вот так вот. По-английски пишешь Ray Play Games и все. Или же у меня, ребят, на этой основной страничке, у меня же есть внизу, я думаю, что многие видели, отсылки на другие каналы. То есть у меня, получается, в данный момент три канала. Есть еще четвертый канал, называется «Тихий угол», но там про ужастики это не то. Вот, поэтому как бы можешь просто заходить и все. И смотреть. Если тебе вдруг что-то понравилось, ты можешь подписаться. Как бы от тебя не убудет. Так, ну что, Крэнк плюс... Ну, плюс опять Шреддер. Я просто не знаю, альтернативу убрать. Я могу взять одного Крэнга и там еще кого-нибудь с ним. Но нет такой гарантии, что мы по инициативе выиграем. Здесь-то стопроцентная гарантия. Тут Крэнк и Шреддер со своей инициативой рубят любого. А если я, например, возьму Леонардо, все, у него уже теряется инициатива, и мы можем... проиграть, потому что 100%, даже видишь, даже всевластный Шреддер, он не может с первой попытки сейчас пробить довольно сильные противники. Поэтому они всегда и работают в паре. Это не обязательно, что должен быть Крэнк. Это может быть и Армагон, это может быть и Усаги, и Леонардо. Но основной все-таки идет Крэнк. Ну что, ребят, берем топ. Да, мы взяли топчик с вами, прикинь. Последний откат остался. А сколько у нас мутагена? Так, ну как кожеголовый, по-моему, не хватит, да? Ай-яй-яй, 29 тысяч нужно на кожеголового, прикинь. А мутаген у нас где-нибудь разыгрывается? Нет, тут пицца. Ну, давай хоть кого-нибудь прапаем, чтобы задание просто закончить здесь, ежедневки. Это Леонардо Ролевой у нас тут. Все, он получает у нас 56 уровень, соответственно, здесь мы... забираем все наши награды. Так, а если посмотреть смятение из другого измерения, там еще много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, я думаю, что через пару игр вот эти вот пройдем, наверное, да? Раз, два, три, четыре. И уже там четыре этих этапа пробежимся. Да, наверное, сделаем так. Ну что, друзья, на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.